Ну, вот, как итог мы имеем, не работал канал управления ASD реле с этой микросхемы, а по факту мы меняли эту микросхему. Хитро придумано вот это все вот, одно через другое, когда проходит и третьему работать не дает. Теперь есть у нас некоторая задумка. Заказчик попросил проверить управление реле включения вентиляторами, реле низкоскоростного вентилятора. Так, запустили, вот, включилось. Сейчас отключим. Тынц, отключилось. Я не специально. Сейчас реле высокоскоростного вентилятора включим. Включилось. Отключим. Угу. Так. У нас реле должно включиться для того, чтобы подать питание на релюху, а минусом управляет непосредственно вот эта микросхема через вот этот диод и второй слева. Так, тест закончили. Реле низкоскоростного вентилятора. Да. Включилось. Теперь отключим. Видите? Вот они какие слишком умные производители оборудования для управления двигателями. Предусмотрено практически все. Но вот этот вот резистор, это как раз в разговоре клиента поднимался вопрос о работе нагревателя лямбда-зонда. И там не как у всех автомобилей, которые мы привыкли видеть, там схема совершенно по-другому построена. Сейчас покажу. Так. Где у нас лямбдазонд, лямбдазонд? Ага, вот он, красавчик. Смотри, подогрев лямбдазонда. Оксиген сенсор 1.1 апстрим. Вот. Оксиген сенсор 1.1 апстрим. Понял? Он на минусе постоянно. Один контакт. А плюс приходит с компьютера и модулирует этот плюс. Вот этот вот засранец. Здесь сверху все плюсы, а вот с этой ноги уходит управление на подогрев лямбда-зонда. Вот так вот. Так что на сегодня пока хватит информации. Всем пока. Подписывайтесь, следите за новостями.